Тугус-Кумалак является одной из древнейших казахских национальных игр. Это настольная игра на доске на логику, смекалку, призывая развивать логическое математическое мышление и выдержку. Теперь овладеть ее секретами может каждый житель Тараза. Для этой цели в областном центре на регулярной основе проводится акция «Научись играть Тугус-Кумалак». Очередное такое мероприятие, в ходе которого более 20 таразских пенсионеров стали поклонниками этой древней игры, было приурочено к грядущему Дню спорта. Тугус-Кумалак – это настольная игра, в основу которой положено число 9, считавшееся у древних тюрков священным. В ученом мире ее называли алгеброй намадов, так как в ходе игры соперникам приходится использовать все 4 основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике. Игра Тугус-Кумалак может продолжаться по 4-5 часов. Эта игра была популярна как в древности, когда игроки, даже не имея игровой доски, могли просто вырыть лунки для игры в земле. Популярна Тугус-Кумалак и в наше время, и постепенно количество ее почитателей растет с каждым годом. Ветераны готовились к соревнования в течение целого месяца и учили их совершенно бесплатно, и теперь в течение 3 дней среди них будут выявлены победители и призеры. Мы на своем опыте убедились, что это очень интересная игра. Скоро среди участников будут выявлены победители, для которых организаторы подготовили призы. Теперь мы будем учить этой игре своих внуков и надеемся, что в будущем будет проведен турнир между поколениями. Сегодня эта древняя увлекательная игра получила свое второе рождение. Проводятся и международные соревнования, так что у этой интеллектуальной игры большое будущее. Нургали Сабитов, Азат Байтимир, 77 News.